Повысить эффективность использования комбайнов, тракторов и других машин. Такая задача поставлена перед тружениками сельского хозяйства на майском пленуме ЦК КПСС. Успешному решению ее в объединении Всеволожское помогает межсовхозный кормозаготовительный отряд, один из лучших в нашей области. В дирекции совхоза Выборгский начальник отряда Николай Васильевич Кутухов уточняет со специалистами порядок и сроки работ на полях. Это подвижное механизированное подразделение создано 6 лет назад для заготовки сенажа и силоса в хозяйствах всего объединения. Специализация уборочных работ помогла совхозам более эффективно использовать технику в страдную пору зеленой жатвы. Дневная выработка косилок и комбайнов на четверть превышает планку. В гостях у механизаторов самодеятельные артисты совхоза Всеволожский. И снова кормозаготовительный конвейер в действии. Совершенствовать его помогают сотрудники лаборатории эксплуатации, Института механизации и электрификации сельского хозяйства, которой руководит Анатолий Павлович Миронов. Механизаторы комплексного межсовхозного отряда обязались этим летом заготовить 69 тысяч тонн кормов для животноводческих ферм объединения Всеволожское. Они уверенно идут к намеченной цели –